Петропавловский полумарафон. Старт через 3 минуты. Забег посвящен Дню Конституции Казахстана. До забега остались 4 секунды. Дождь идет. Не все этому рады. Это будет весело. Бежит около 400 человек. Там очень много. Я бегу в спокойном темпе. Участники и молодые, и в возрасте. Кто-то бежит пятерку, кто-то десятку, кто-то 21. Бежим с Пестрова до Волны и обратно. Погода отличная. Дождь, если не усилится, то вообще прекрасно. Так даже лучше. Всем удачи. Добежать, показать свои рекорды. Михаил, как ваше впечатление от забега? Пока не понял. Пока не понял? Как бежим? Пока живем. Сколько бежим? 10. Какая цель? Добраться до финиша. Хорошая цель. Все, удачи. Типа, быстрее. Так. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, вот так вот вас видно. Здравствуйте. Рассказывайте, как дела? Дела хорошо. Что делаем? Бегаем. Сколько бежим? 21. Ой, как хорошо. Как вам погода? Отлично. Шикарно. Петропавловск по погоде вообще не успевает. Как, ну, Питер есть Питер. Огонь. Вот и закончился Петропавловский полумарафон. Я пробежал свой 20 километров. Получил медальку. Очень доволен результатом. Несмотря на погоду, одежда вся мокрая. Все добежали. Все довольны. Все живы-здоровы. Без происшествий. Я результатом еще, повторюсь, очень доволен. Что за мероприятие не было? Сегодня был чемпионат областной по полумарафону. Результат 20-24. Пробежал 10 километров. Пришел в своей группе первый. Группа 60 и старше. Нормально, даже посоревновался, пришел на финиш, Костя Рифма устроил мне большой бульдерьерчик, не хотел уступать, все-таки уступил. Стали довольны результатом? О, пойдет. За какое время играли? 59-15. Прекрасно, 10-15. Да. Поздравляю. Спасибо. Покажите медальку. Медаль, вот она. Одинаковая медаль? Как на погоду? Погода нормальная, марафонская. Все для бега самое то. Да, марафон стоит за 4 года. Нормально. Все хорошо. Всем привет. Спасибо за участие. Всем пока. Бегайте. Спорт — это жизнь. Да.